Здорово, дорогие подписчики, с вами, конечно, Диман Дони, а также Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн с рубрикой «Копы против воров». Кукусяндрик. Здорово. Я понял. А, все понял, да. Короче, ребята, наша парковочка располагается вот здесь, а вот здесь и вот здесь. Из этих парковок я должен буду угнать кучу тачек за 15 минут. Вот, а копы должны будут меня что-то поймать. Смотри, как минимум просто вот отпустить. Все тачки твои. Я одну перегоню только. Не, спасибо. Не, спасибо, вот это я точно забираю. Ладно, ребята, а мы начинаем готовиться. Давай. Давай. Ну, а мы сегодня, ребята, будем использовать просто кучу запретных тактик. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Вы что-то поддерживайте меня в комментариях, ставьте кучу лайков, а также пишите креативные комментарии для того, чтобы попасть в следующий ролик. А мы, ребята, начинаем. Мы готовы. В общем-то, я все предусмотрел, все продумал, все проверил, кучу проделал чертежей, там, расчетов, и я понял, что на изи могу сейчас угнать крутую тачку. Только надо понять, во-первых, что вы делаете и где вы. Подожди, ты здесь? Я здесь. Кто здесь? Я нет. У меня тут нету. Вспышка слева, давай. А меня тут нету. Вспышка слева, говоришь? Ну, такое. Ладно. Что за херня? Чего у тебя там? На маленькой хероборине. Маленький Маквин. Какая ты хероборина? Это сын, скорость! Я сын скорость! Маквина. Сын Маквина! Внебрачный. Ну ладно, высер, короче. Да, неврачный высер. Изи. да дай сесть! Дай сесть, дай! О! Бутылка, что ли? Бутылки нет с собой. Мне кажется, у Маквина потек бак! Надо валить здесь сюда, пацаны. Да, кстати. У Маквина потек бак, а как? Один удар просто был у Маквина. Короче, на изи. Да, твои жилетки любимые, как обычно, коллекторы, у тебя бабки все вечно забирают и нам мешают. Такое. Ага, вот именно. Хера, он все, конечно, такое. Мне кажется, или тачка очень медленная. Прям вообще от слова совсем. Ух ты, нихера ты у меня пинганул. Я пинганул? Да я не пингую даже. Такое. Понимаю. Ты видел сейчас? На-на-на. Вот так вот. Не надо. Надо вот так, 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 так. Вот так вот. Не надо, спасибо. Повторяйте заново. Повторяйте за мной. Как говорится, это упражнение делайте по 1000 раз и будет все нормально. Короче, ты знаешь, где прыгать с магистрали, я надеюсь. Я нет. Fuck you, Руни, там кто-то говорит. Fuck you, Руни? Руни? Нормальный футболист вроде как бы. Вот, и как бы, да. Почему бы? Слушай. Ну, уже старичок. А, ну. Как думаешь, быть, да или нет? Да, взрывай. Ты же заминировался. Кого взрывай? Раз. Больной два. Ублюдок. Два. Короче, ладно, ребята. В общем-то, на этом мы заканчиваем. Мы отправляемся за следующей тачкой. Я не знаю, что там придумали. Такое. Время идет, как говорится, время неизбежно кончается. Одна тачка — это приговор, как минимум. Потому как мне надо угнать несколько штучек. Я думал, что угнал тачку. Да, конечно. Понимаю. Я думаю, что я угнал тачку. Прикольно. Это я-то дятел. У нас маленький жирненький. Да-да-да. Да-да-да. Вот так вот, не надо. Ты не охерел, там он в будку залез. Подожди. Что ты сквозь меня бегаешь? Он, короче, угнал лансер быстрый. До свидания, просто. Вау! Вот это подарок! Та-да-да-там-там-там-там. Вот это. Прикольно. Прикольно. Что делать? Застрял? Что делать? Придурок он себя ведет, я его вижу, но переехать не могу. Что делать в этой случае, как бы я... Я же не выйду отсюда, как быть-то? А как быть-то, пацаны? Я не знаю, что мы будем с ним делать, но догнать его нереально. Я даже ехать сейчас не буду, я чувствую, потому что это бред. Надеюсь на то, что он себе машину сейчас разломит и все. Думаешь? Да. В тупике! Братан, он в тупике, но я вниз уехал, я не Да. Я думал, вы не заметите. Да, кстати, если бы кто-то поехал за мною, то это было бы печаль. Леще. Да я тут по прямой ехал, я даже не думал. Я улетел. Пацаны, я запинговал. Куда пропал? Непонятно вообще.
Мне в комментариях это писали, но не сработает. Да-да, вот это предлагали. Идеальную тактику. В узкость тебя проезжает. Нихера ты полетел. Вау! Вау! Нихера, у тебя в дом перелетел, что ли? Да. Я прямо в дом, я прямо в бассейн упал. Понимаю, помянем. Но я обижаю пока, но... Как говорится, вот так вот, да, надо. Да, короче, на магистраль выходит 1540, как бы, камон. Да. Я чувствую, да, я на магистрали. Следующую серию поставлю 9 лансеров. Я на магистрали, как говорится. Посмотрю, как вы веселиться будете. 9 лансеров. Да мы не будем, мы там пока в картишки поиграем. Ну вот я тоже думаю, что... Натуре. Вполне ожидаемая тема. Понятно. Я не знаю, где он. И я не знаю, короче, это... Постучи по батарее, может вылезет. Короче, ладно. Типа вторая готова, но это очень-очень странно, потому как... Ну да. Мы отправляемся тогда за следующей тачкой. Я кое-что понял, то что, как говорится, маленький это приговор, вот, и... И его все равно видно. У меня есть... И его все равно видно. На-на-на. Хороший врач, на-на-на. Психолог. Он поможет тебе пережить. Да? Серьезно? Знаешь, что? Я понял. Я понял. Вот откуда так вот. У тебя врач есть? Не в надо. Как говорится, да, вот тот же вопрос. Связи? Откуда у тебя врач есть? А. Короче, я его не вижу, но я его слышу. Во, я слышал, в ухе да? Спереди где-то. Да, вот, где-то здесь спереди. Это не я, это не я, это и точно не я. А-а-а, вопль береза стоял. Да-да-да, где-то, а, он вырвался в меня. Алло, где ты? Слушай, прикольно. Кстати, реально очень громко. Я когда, помню, снимал серию на этой тачке, я вообще не слышал. На-н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 а
Ну ты когда врезаешься, все видно, да. О, нитро жмет. Серьезно? Что? Яхту нахер. Яхту такой огромный. Я даже... А почему я невидимый? Он невидимый? Почему я невидимый? Я такой огромный был. А какого? В смысле? Я просто... Камера в два раза выше, чем обычный персонаж. Что? Понял? Вот так вот. Не надо. Возможно, я за Халка играл, просто я этого как бы не понял. Но, наверное, понял когда-нибудь. А я промахнулся. Да-да-да. Чего? Как это? Понимаю. Ёпта, опять его побил. Спасибо. Вау! Как красиво! Пацаны, вы красавцы. Да? Вы красавцы. Кто бы сомневался. Мы такие. Вы просто молодцы. О, я видел, как кто-то пытался. Да ёп! Но не для тебя, Димон, это. Растили треугольники. Меня, не для... Кого? Блин, треугольники? Как обидно-то. Угу. А треугольники мне мешают. Да боже, откуда ты появился, тракторист? Что? Вери-в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 ери-
Переверите, ребята. Такое. Поклонники. Такое, как бы, не особо нормальное, как бы. Не особо приятное и не особо понятное. Я потерял. Тереби, теребонь, теребонь. Не надо. Это хит, теребонька, тереби. Черт, ты вернулся сейчас. Да. Просто мастер. Понимаю. Но непонятно лишь только одно. Какого хрена? Это слишком зеленый. Я понял. Это-то и плохо. А сам может и хорошо. Я сквозь ВНК проехать не могу, а он сквозь меня проезжает. Как это работает, блядь? Да, поехал. Да. Мне кажется, машину сломала, продублировал. Наверное, да. Да кого? Я прям видел это. Да сраный трактор, он уже второй раз меня тормозит. У меня имба, слышишь, у меня тачка, она, короче, подкидывает все и все. Я как машина серьезно? Она как-то лаганула. Я тоже думаю, что это не то. У меня машина рампа. Видишь? Отлетает. Тормози. Вижу. О, вы синхронные птенчики, как с инкубатора, туда-сюда. Расскажи мне еще про птенчиков. Да. Вот так вот, не надо, пацаны, да отпусти ты уже, ё-моё. Ну, как бы, понимаешь, ну не твое. Ну не твое просто. Как бы. Тебя отпустил. А, он заехал туда, откуда не выйдет. Так, шокер, доставай шокер. Я тебя сейчас отшикерезаду. И воду. О, да.
А, ну тоже об этом. О, а вы заехали? Заехал! А вы заехали, да? Так, лопата, спасибо. Лопата. А что делать-то? О, спасибо. Спасибо. Какого хера вообще? Спасибо, обожаю Хурпера, он же по ступенькам хорошо прыгает. Он же по ступенькам хорошо прыгает. Ладно, короче, все, пацаны, вы меня достали, вы меня уже бесите. Как говорится, с вами надо по-другому разговаривать. Я радуюсь, что это не тот Хурпер, на самом деле, еще. Это такой, дерьмовенький немного. Это он и есть, не-не. Это он и есть. Не-не, это хороший, это хороший. Разве? Да. На нафиг. Начь водить в херово. Стопудово. Да, я тебе сейчас... А, понял. Так, ну я прямо поехал, тут да. Все понятно, как бы логично. Да. Логично, логично. Ну такое. Давай погоняй тачку, где у тебя уже другие стоят, и все, и разойдемся. Да. Опять не супал. Кто тебе такое сказал? Ты серьезно? Ты как бы еще раз будешь? Тебе не надоело? Кто тебе такое сказал? Кто мне такое сказал, что я вниз упал? Поехал дальше, все сработало тактика. Ема Макларен гонит. Гани. Вот улетел в воздух. С Ганом. Как ты проехал? На изи. Он у меня... Где? Он у меня исчез. Обратно. А это же хорошо. Или же плохо? Направо уехал в город. Да, Но на херово уехал, правда. Сколько мне тут деревья понасадили. Что-то явно не... Вообще пару раз... Много не в моем... Прижучите, он потечет. Я тебя потом прижучу. Не трогай меня, как говорится, я... О, привет, Соник. Опасная. Я опасная, да. Так, ладно. Понимаю. Ладно, все, пацаны, короче, пора кончать с этим. Борис, кончай. Пора с этим. Давай! Да, прыгнул, прыгай, отлично! Быстрее. Получилось! Мощнее прыгай. Пофел. На шоссе просто езжай, повезет. Да, скорее всего, где-то там. Да, нормально. Ну, может быть, дело. Да, может быть и я, нет. Я, короче, думал, не перепрыгни то, что он кривой, видишь, я поэтому на все не дал на всю тапку. Ну, отлично, отлично-то с этой стороны, это все хорошо ж, да, поэтому, ребята, отправляемся дальше. Я, конечно, все понимаю, но, окажись, я немножечко... А, да, немножечко не там, где надо. Но это не важно, потому что все-таки копы, я думаю, вы сегодня получите по шляпе тачки. Своей. Быстрых не осталось. Феррари Суперфаст где стоит? Быстрых не осталось, как говорится. А, Суперфаст? Знаю, где стоит. А, машин стало очень мало. Я вообще не там катаюсь, понимаю. Да. А, ты не там катаешься, понимаю. Ну ладно, это же хорошо, с одной стороны. То есть у меня есть как бы время и возможность угнать очередную машину. Так же? Суперфаст раз. Там соната херня, сверху херня. Короче, Суперфаст спаси. Я покатаюсь. И сохрани. Короче, то, что кто-то McQueen, там что-то будет смотреть. Маккуин. А, вот, тут еще одна тачка. Ну, тут, да, тут аванс стоит, короче. Ладно. И черон. Та-да-да-дам, прам-пам-пам. Что же делать с этой бедой? Трям-трям-прям-прям. Да ты серьезно? Вот так вот в тупую? У тебя, да? Да, черон пытается удать. Да не трогай ты его! Да не трогай! Да не трогай! Да хватит! Да хватит, отпусти! О! А как ты за... Она сама села. Слепо срабатывает, да. Она сама села, на самом деле. Не, на самом деле не в тупую. Я три парковки объехал и понял, что, ну, как бы, выхода нету. Да, конечно, самую быструю тачку дать надо. Суперфаст можно было бы, конечно, дерануть, но, как бы, да, выхода нет. Дерануть? У Чарона единственный минус, он шлифует слишком много на месте, а так он по прямой, конечно, раскочегарится, он жесть. Все, он приехал. Поэтому ты он понял, приехал. Что делать, да? Приехал. Блин. Что делать? Дави яйца, что делать яйца, с дави. Этой? Что? Дави. Зачем? Ну, чтобы не ехал. Ты гомункул. Понятно, с тобой. Гомункул. Вспомнил, блин, ни херась. И что ты хочешь сказать, что он быстро? Он едет 240, у меня максималку. Вы на изи меня догоняете. Ну, что-то я не вижу изи, если честно. Нормально. Хера, что? Ты... Да. Машина вывалился? О, зазвенел яйцами. Я что-то пролагал, и короче, непонятно где... Что происходит? Поехали. Это делается легко. Он залагал, если мы тачку угнали. Понимаю. А что, логично? Понимаю. В смысле? То есть, подожди. Подожди. А что у меня тачка пропала? А что у меня тачка пропала? Подожди. В смысле, ты удалил тачку? Ты дурак?
Ты нормальный? Я далеко уехал, и у меня тачка пропала. Я тупо сейчас на обочине остановился. Из-за тебя, дурака. В смысле стояла? Она у меня на дороге провалилась. В смысле, ты рядом стоял с тачкой, как ты мог уехать, если ты стоял рядом с тачкой? Я ехал всю дорогу, я не знаю, что там у вас за пинга была, я ехал, и у меня пропала тачка. Чего? Понимаю, прям, спасибо, Юрка. Ты херню несешь, гонкач хуфляни. Спасибо, Юра. Мне в комментариях 10 раз предлагали такую хрень сделать, поэтому мне кажется, он просто пошел. Конечно. Какую хрень сделать? Это дурачка взять. Я тебе говорю, я поехал, просто ехал по дороге, и она у меня пропала. Он работает, понял? Он работает. Где суперфаст? У меня пропала. Так, вот он суперфаст. Меня не проведешь, не. Хер там был. Хер там плавал, он да, суперфаст. Ну блин, какой ты предсказуемый, мать твою. Я всю дорогу прыгал. Это знаешь, просто когда предлагают идею, ее пишут каждому под ролик, и если комментарий не читаешь, тогда ты бы не знал. А так камон. Не, на самом деле я даже не знал, просто ну дурачка сыграл. Честно. Ну да, спасибо. А вот сейчас он у меня реально залагал, потому что я его на крыше катаю просто. Ну вот видишь, все-таки лаги есть. Да, он исчез. Лаги есть. Вот сейчас это реально лаг был. Просто ты понимал? Там ты стоял рядом, бегал, успокойся возле ты. Машины, а там машина стояла, а тут ты просто засидел. В смысле бегал? Я там не бегал, я там просто остановился, быстро себя сделал невидимым. Ты ну что, вот прикалываешься, что ли? Ну вот и все, мы тебя на чистую воду вывели, вот и все. Так я и не скрываю, я же уже другую тачку ворую. Сам ты фуфел. Просто зачем тачку-то было удалять? Так, а что с ней делать? Взорвал все, бы, ладно, там вышел. Что-то еще сделал. Я понимаю, сделал. Ты бы сидел в машине, но у тебя в машине не было. А вдруг я вылетел, допустим, я себя гусеницу угнал. Я вот сижу в машине, вылетел при ударе, и что? Это все? Можно тачку удалять уже? Что за бред какой-то? Считай, потрачено. Потрачено это у тебя. Блин. Хорошо. Он, короче, хотел опять прыгнуть так же, да? Ну, он так же плюс-минус и сделал. Понимаю. Я знаю, отлично. Я потерял. Да. Совсем? Да, совсем. Да, совсем. Едет кто-то на хвосте. Понимаю. Нет, я потерял его, не знаю, где он. Понимаешь, говоришь? Что происходит? Я копа, правда, не вижу, как бы, вот, да, что-то происходит непонятное. Я потерял копа, в этом меня не радует. Точнее, что происходит? Потерял он меня. Я не знаю, где вы, куда, на водку дай. Ну, красная стоянка, на водку. Вот рядом. Тебе всю на водку надо дать. Прыгает со стоянки, летит, пытался на крышу запрыгнуть. Так, ладно. Выезжаю, ладно, еду. Ладно, я понял, пацаны. На байке поехал. О, это да, это я. Не ты, Юрец. Это я. Это я. Да, пролагал он меня в очередной раз. Понимаю. Пролагал, говоришь? Да. Я не знаю, где он. Да. Потерял я его. Самое интересное, я как ванговал, что, короче, Чарон и в суперфаст угонит, он так их и угнал. Ну это же логично. Это же как бы логично, да. С другой стороны, это и нелогично было. Я просто слышу вас. Понимаю. Чурили. Ничего, все в порядке. Все в порядке. Понимаю. Ладно. Я на магистрали, давай в мою сторону его гони. Я понимаю. Ладно, короче, ребята. Угнал. Очередная машина готова. Это не может не радовать. Остается буквально у меня тут 20 секундочек. Вот, поэтому надо что-то с этим делать. Так. Брам-бам-пам-пам. Как дела? Понимаешь, что происходит? Ну, он песенки поет. Пытается быстро чем-нибудь дернуть. Быстро дернуть можно только передернуть. Зато пистолета как минимум. Хорошо. Возможно, это хорошо. А я не знаю, о чем ты подумал. Ладно, время вышло, я, кажется, не успел. Тачку я-то точно не дернул, и что с этим делать, непонятно. Ты не сел машину? Я не сел машину. Я не вижу ничего подозрительного. Проверь, как говорится, почему бы нет. Что? Да, он не сел, да. Да почему? Я думал, ты не обратишь внимания. Да фары. А, ну сверху было. А как? Вспышка справа. Да отпусти. Ну бери. О! Да ты сегодня вообще красавчик, ты меня сегодня подкидываешь вовсю. Да вообще молодец, да? Да перестань ты, что ты делаешь? Я тебе хоть не буду подкидывать. Давай, братан, поехали. Понимаю. Ладно.
А где Юрец? Интересно. А? Юрец это уже... Я не вижу пока никого. А? Да, конечно, понимаю. Я пролетел мимо. Что-то мне это не нравится. Этого баклажана. Юрца нету, это меня не радует вообще. То ли он что-то где-то пасет, то ли он что-то где-то делает. Когда у тебя на хвосту сидит, его это не радует. Когда за ним не едут, его это не радует. Да. Вообще нормально. Боже, он такой овощ на самом деле, этот Мерс. Да переверни, помоги. Да помоги. Да помоги, да. Не, перевернусь. Я перевернусь, не переживай. Я понял? Я не переживал. Я понял. Ты короче, сможешь это, Димон! Слышь, в прошлый раз ты подкупил Юрца. Давай я тебя подкуплю. Слышь, кинь Юрца, зачем он тебе нужен? Сотку на киви сразу. Сейчас переводи сотку на киви, и я тебя сейчас, подожди, телефон возьму. Секунд. Я на... Пока да, не придут. 5 секунд, ты чё? Ну да. Закрою на 5 секунд и потеряю тебя. Случайно. У меня копы на хвосте. Да, я уже перевожу. Подожди, сейчас, секундочку, подожди. Давай. Просто секундочку, я просто, ну, как бы управлять и... Не особо получается-то. Вот, так ты и как бы... Остановись, кинь сотку. Действительно, и... выйди. Я потом YouTube переведу 50 рублей, он тоже ничего заметит, понимаешь? Это уже другой разговор. Понимаю, да. Вот это уже правильный бизнес. Да давай, да перестань ты меня подкидывать на нем, и так разогнать звездно, но ты меня еще и дергаешь тут. Что, я не хотел этого. Я хотел угнать на тачке. Давай, поехали. Сзади? Серьезно? Нет. Он... Сзади. Не знаю где. Я развернулся, поехал обратно. А, видел, направо заехал в сторону киностудии наверх. А что такое? У него была звезда Розовска. А, да? Это я просто звезду словил. Ладно, все, короче, тачка готова. Ты ни хера ты летаешь! Я прям видел, как ты пролетел с одного угла в другой, ты серьезно? Ты понял, что я тебе говорю? Ты вот здесь, короче, прыгнул и прям вот так пролетел, такой... Блин, ну тут спалился, ладно, хрен с ним. Окей, а другие места знаете, где я тачки пригонял? Да, что это такое? C4. Ищи теперь по запаху, я взорвал. Кого ты взорвал? На самом деле, как я бы... знал, где только одна машина, первая самая, и все. Покажи. То есть, я видел, как ты уезжаешь вниз, и ты закончил, понял? Я чисто вот сейчас, пока ты правильно понял, почему у меня нету, я просто поехал искать тачки, я их нашел. А, ты нашел все-таки, да, зараза. Я не знал, что ты вторую сюда пригнал. То есть, я знал, что только получается, подземку куда-то спалил. Да, где я она? Тупо сюда поехал, все, посмотрел, понятно. И все. Ну, понятно. Ну, прикольная была, на самом деле, нычка, как бы изи сюда ушел, но я не думал, что спалил. Да, было дело. Да, ты сюда как-то прятал, я только ради этого поехал посмотреть. Они короче, нравятся, очередная нет? машина опять вот тут, нет. Вот это суперфаст, вот я сюда его пригнал, вот смотрите. Вот он здесь как бы находится, так. Не знаю, изи. А. Вот здесь, да, находится. Понимаю. И еще где-то была у меня нычка, по-моему, если я не ошибаюсь. А, вот здесь, получается, у меня лансер был, вот сюда я его поставил, не знаю, знаете, не знаете, ну, видимо, не знаете. А-а-а. Вот, как бы не особо далеко я стал уезжать. Окей. Понимаю. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая серия получилась. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока, народ. Пока, ребят. Пока, ребята.